Добрый вечер. Я приветствую всех, кто принимает участие в нашей акции «За улыбку». Сегодня пятница, а значит, самое время разыграть второй приз. Напоминаю, в акции принимают участие люди, приславшие фотографию улыбающегося человека, свою или родственников. Видеоклипы с фотографий мы показываем в нашем вечернем эфире с 19 до 20 часов 2-3 раза за вечер. Ловите, если хотите себя увидеть, потому что видеоклипы не повторяются. Каждую пятницу среди присланных фотографий мы разыгрываем приз. Подарочный сертификат, вот он, я вам его покажу, на 10 тысяч рублей. А 26 марта среди всех участников будет разыгран главный приз – автомобиль. На сегодняшний день мы получили более 7,5 тысяч фотографий. Уважаемые участники, вы же понимаете, что показать сразу все невозможно. Наберитесь терпения. Если ваша фотография соответствует условиям акции, то она обязательно будет в видеоклипе в одном из вечерних эфиров. В прошлую пятницу среди первых участников акции мы уже разыграли первый подарочный сертификат. И вот здесь вот появилось имя Натальи Мазуниной. Сегодня мы разыграем приз среди следующих участников акции. Здесь в Лототроне несколько тысяч купонов с именами. И сейчас мы узнаем, кому достанется второй сертификат. Вращаем, открываем, закрываем глаза. Итак, сертификат на покупку бытовой техники на 10 тысяч рублей получает Дарья Дмитриевна Пищальникова. Ее номер телефона заканчивается на 2622. Поздравляю, Дарья Дмитриевна, с вами свяжутся организаторы конкурса. Итак, эти купоны отправляются дожидаться розыгрыша автомобиля. А в следующую пятницу мы разыграем сертификат среди следующих участников. Обо всех условиях акции «За улыбку» внимательно читайте на нашем сайте refey.ru. Всего доброго, удачи!